Первокурсников политеха отчислили за неприличные танцы. Студенты собрались в одном из университетских залов и записали 30-секундное видео в стиле популярного в интернете танца «Harlem Shake». Клип выложили в сеть, руководство вуза успело лицезреть неблагопристойные кадры. Поведение танцоров разбирали на университетской дисциплинарной комиссии. Профессора посчитали, что первокурсники оскорбили храм науки, после чего двое из них, организаторы и монтажеры, отчислили из университета. Одной из причин отчисления студентов могло стать неудачный выбор место для съемок ролика. Студенты танцевали в комнате отдыха, где стоит дорогая мебель и висит патриотический стенд. Молодые люди изображали хаотичные движения, забравшись в ботинках на новый стол. Нас глубоко возмутило то, что можно на вот эти дорогущие столы запрыгивать, плясать на них. Особенно, конечно, вот эти вульгарные жесты, которые вы сейчас видели. Я, по-моему, я даже здесь комментировать, ведь нормальный человек, я не знаю, я считаю, что ни своей дочери, ни своим внукам я бы такое не показал никогда.